В Харцизском горводоканале советуют горожанам сделать сегодня небольшие запасы питьевой воды. Завтра и послезавтра городская система водоснабжения будет остановлена. На этот раз подача воды на Харцизск и поселок Горное будет прекращена в связи с проведением на Макеевской фильтровальной станции плановых ремонтов по подготовке к работе в осенне-зимний период. Кстати, ближайшие два дня воды не будет и в Иловайске. Население должно запастись водой однозначно. Некоторые предприятия, желающие, а также жители населения города, должны, я думаю, произвести какие-то у себя работы по замене, по ревизии каких-то коммуникаций, которые находятся на водопроводных сетях, задвижки, вентиля, ревизировать, заменить, ну и так далее. Все, наверное, знают свои проблемные вопросы. Завтра и послезавтра, как раз пока в городской системе водоснабжения будет сухо, аварийно-ремонтная бригада горводоканала займется выполнением плановых работ на подведомственных предприятиях объектах в рамках подготовки к холодам. Водоканал запланировал работы на это время, на время остановки. Мы будем менять в это время три задвижки, один гидрант и делать профилактику агрегатным насосом на подкачивающих насосных станциях. Это по адресам улица Лозо, Советская, а также Мира, 95. Отметим, что отключение водоснабжения произойдет сегодня в полночь. Возобновить подачу воды на Харцизск в горводоканале планируют не позже 7 часов вечера четверга.